Всем привет! Сегодня в который раз начинаем апгрейд танка. И сегодня у нас на замене будут запчасти от донора. Версия с металлическими редукторами. Были с металлическими гусеницами. Вот. И заменим, значит, с этого на этот. Комплектуем этот в максимальное состояние. Далее, что у меня тут было? На этом танке, значит, у нас нету открывашки, она сломалась. Здесь она целиковая, но этот, видите, крашеный. Я так покрутил, повертел, вот эта часть вся снимается. Соответственно, я переставлю это сюда. Это сюда. Все. Нам надо будет только смыть краску. Здесь лючок хороший, здесь лючок хороший. Ствол у нас воткнулся, сломался. Но этот у нас обмотанный, зеленый. Не знаю, подумаем, посмотрим. Но, наверное, этот просто подклею и все. Вот. Неудачно мы покатали последний раз. Танк, когда назад, ствол был назад, мы поехали, он на нем повис и сломался. Вот. Ну и потихонечку все, что отсюда можно, все, что можно с донора снять, поставим сюда. Соответственно, тут нет дымашины, здесь она есть, переставим. Вот. Ну и будем делать. Все, сейчас, значит, разбираем и переставляем все туда. Ведущие шестерни металл. Не знаю, как будут жить с пластиковыми гусеницами. Ну вот, заодно и потестим, посмотрим и расскажем всем, как и что. Так что перебираем. Разбираем, значит, этот танк. Снимаем с него. Он уже раскручен частично. Вот. Этот пока танк я уберу. Смотрим и снимаем. Снимаем дым-машину отсюда. Вот. Динамик. Все прикручено. Ну, откручиваем потихонечку. Дым-машина снята. Этот танк был куплен как донор для нескольких танков. Вот. Скоро вы все об этом узнаете. Снимаем все навесное. Сняли динамик. Так. Динамик сняли. Все, что не нужно, складываем сюда. Далее снимаем ведущие шестерни. Готов. Народ, вот пропадает плата и пульт. Нужен одинаковый кварц сюда. Если у кого-то завалялось ненужное, напишите. В принципе, даже приобрел бы, если адекватная цена. Потому что есть танк без аппаратуры. Вот, а этот поставить нельзя, потому что нет кварца. Так. Убираем этот танк в сторону. И берем нашего основного. Еще на нашем танке не было задних брызговиков. Я напечатал их на принтере, и один уже сломался, очень тоненько. Попробую еще напечатать, увеличив толщину. Вот, но как показала практика, они очень сильно мешают. Посмотрим, может быть, оставим их, может быть, уберем, не знаю. Ну, как бы они есть.
Сейчас мы их подклеим и снова установим. Так, ну что, место под крепеж дым машины у нас есть. Значит, мы просто берем, как аккуратно вытаскивали, так сейчас аккуратно вставляем. Вот, раз. Так. Куда заливается масло, я не знаю. Я его заливать не буду. Просто сейчас дым-машину установлю. Модернизацию проведу. А дальше будет уже видно, что и как. Так, втыкаем смок машин. СМ. Вот сюда. Все, воткнули. И давайте запустим. Давайте это дело проверим. Входим. Так, все. Вот слушаем. Нажимаю кнопку смок. Все, дым машина заработала. О, дым пошел. Аккумулятор выскакивает. Ну все. Готово. Так, сейчас. Ну все. Апгрейд танка. Легкий апгрейд танка мы произвели. Заменили линии, ведущие шестерни на нем, на металлические. Вот. Ленивцы менять не стали, так как они на обеих моделях пластиковые. Вот. Установили дым-машину, поменяли недостающие отломанные элементы по внешке, чтобы покопийнее был. Так что танк готов к испытаниям. Вот, будем испытывать и смотреть, хватит ли этого веса или нет. Если мы столкнемся с проблемой недостаточного веса, будем приклеивать вовнутрь пластины, вот, свинцовые, и смотреть, добавлять немножко веса. Но это будет все после того, если где-то он не будет ехать. Так что будем катать, сравнивать, смотрите все на канале. Спасибо за просмотр. Пока.